На выходе должна быть форель. Сейчас попробуем, если поймаю, покажу. Здесь не смог ничего поймать. Сейчас пойдем чуть дальше, вон в те ямы посмотрим. К сожалению, когда делаю забросы, не могу показывать, так как нету крепления. Снимаю телефоном. В дальнем углу под берегом должна быть. Сейчас посмотрим. В общем, здесь у меня случился зацеп. Вот он не цепляется. Не отцепляется никак. Я не пытался. Придется лезть. Здесь очень ил глубокий. Придется осторожно. Сегодня я принципиально не ставлю другие воблеры. Я хочу протестировать этот воблер сегодня окончательно на малой речке в лесу, где крайне тяжело делать забросы, искать какие-то ямы и делать короткие там метровые, полуметровые проводки. И в таких условиях хочу посмотреть, как ведет себя этот воблер, как на других реках в течениях я его уже проверял. Воблером очень доволен. Этот воблер настроен на неглубокие речки. В лесные вот такие, как вот эта вот речка. Вот она течет. И мне не важно, сколько я сегодня поймаю. Мне важно, как он играет в воде, как на нее кидается рыба. На текущий момент, я пришел буквально минут 20 назад, одна пойманная форель и несколько сходов. Пришлось после зацепа залезть в воду, вода стала немножко мутной. Это настораживает форель, особенно когда речка вот такая маленькая. Вот она, смотрите. Она очень такая. Здесь она, можно сказать, широкая. Но глубины здесь как такого нету. Сантиметров 35, 30, 20. Немного, короче. Вот. Это мурлыканье. Интересно, что за животное или птица. Вот, слышите? Если слышно, напишите в комментарии, что это такое. Вся прелесть в такой рыбалке заключается в том, что рыбалка невероятно сложная, трудовая выходит. Ходить по таким зарослям, учитывая, что сегодня только май месяц, по таким зарослям уже ходить очень тяжело. Но здесь есть своя прелесть. Именно в таких местах, когда тяжело ходить, люди особо в такие места не лезут. И вероятность поймать крупную форель, она очень высокая. Поэтому всегда стараюсь ходить, находить те места, ездить именно в такие места, где людей не бывает. Если бывает, то крайне редко. Огромные порции адреналина, когда клюет
какой-нибудь монстр в таких местах. Вот, например, как в этом. Проверим это место. Жаль, что здесь даже телефон поставить негде, чтобы снимать. Друзья, вы помните, я как-то в Инстаграм свой выкладывал видеоролик, где я очень сильно адреналина хапнул с криками «Только не уходи, только не уходи». Так вот, вот этот крупняк был пойман вон с той ямы. Ссылку на свой Инстаграм оставлю в описании ролика. Чем кому это интересно, посмотрите. Сейчас попробуем эту яму обработать. Здесь есть очень перспективное место. Сейчас мы вот этим воблером, которые приехали сегодня ловить, вот этим воблером мы сегодня будем ловить форель. Вот здесь вот, в этой яме. Попробуем как минимум, что из этого выйдет. Я просто до сих пор вам не мог показать. Здесь есть очень хорошее место, куда я могу телефон положить и снимать. Сейчас это так и сделаем. Вот, телефон с трудом наладил. Настроил, положил на ветки. Здесь нет такого. Помню. К сожалению, не удалось ничего поймать в этой яме. Идем дальше, все равно что-то попытаемся. Сейчас уже близится вечер, мне нужно отсюда выбираться. Удалось еще одну зацепить, уже другой воблер. Мне очень даже нравится. Быстрее, чтобы она не травмировалась. Сейчас придется камеру выключить. Так, пойду спущусь чуть ниже. Попробуем еще минут 10 здесь потратить. Уже придется идти обратно. Сейчас священный месяц Рамадан. И чтобы успеть вовремя на время разговения, Ифтар придется пойти пораньше домой, иначе бы я здесь прям допоздна остался. Попробую тут, если что-то поймаю, включу камеру. Какой классный воздух здесь, если бы вы только знали. Здесь красиво.
Кругом лес. Кстати, чуть не забыл. Обязательно после того, как вы пройдетесь по лесу, по полю, неважно, там, где растительность высокая, обязательно дома проверяйте себя на наличие клещей на теле. Клещ — это все-таки не шутка. И последствия, которые могут быть после его укуса, не стоит того, чтобы просто не обращать на это внимания. Так что берегите себя. Осталось еще, наверное, около километра идти обратно до машины. Все. Хочется пить. Не так сильно прям жажда мучает. Но я бы не отказался от стакана холодной воды. К сожалению, нельзя пока. Поэтому все. О, кабаны, кабаны. Кабаны, кабаны, кабаны. О, проскочил. Вот этого я и боялся. Ух, аж мурашки по телу. Это не из самых приятных ситуаций, особенно когда ты даже без ножа. Вы это видели? Да. Такое здесь часто бывает. Это не первый случай, когда я так натыкаюсь на кабана. И мой вам совет, когда ходите в лесу, обязательно шумите как можно. Особенно там, где медведи. От кабана хотя бы на дереве можно спрятаться, уйти. А вот от медведя это не получится. Вот, безопасность, о чем я говорю. Главное — безопасность. Всегда себе это твержу, но почему-то этим правилом бывают моменты, когда пренебрегаю. Опа. Вот это неприятно. Растение. Воблер зацепился теперь. Не было бы этого всего, если бы я нормально спиннинг закрыл бы уже. Снял бы воблер. И зацепился бы куда надо. Здесь застежки на спиннинге нету. Придется купить аксессуары, которые вот сюда вот крепятся. Вот сюда вот. Там уже дорога. Там будет уже моя машина. О, хорошо, что у меня камера была включена. Не знаю, будет видно или нет на камере, на видео, точнее, что заснял кабана. Но я его увидел очень четко. Кстати, был один, что очень странно. В общем, мне осталось пропидорить еще вот это одно поле. Вон до того угла, вон. Вон до того угла мне надо дойти, и там под деревьями стоит моя машина.
Вот. В общем, всем добра, мира, здоровья. Вот так. Я здесь пошел уже к своей, точнее, к своему Семену. Семен меня ждет гордо. Вот. Буду потихоньку собираться.